Когда ты хотел это Микар пойти. Да, плюс к этому, когда у меня появится свободное время, а это, если что, по плану примерно август, блядь. Ну, то есть, потому что, смотрите, сейчас идет DPC, а после DPC, вот это закончится DPC, будет Dream League, по идее, в Тае. Я, кстати, не в Тае, не смогу посетить ее, однако должна быть Dream League в Тае от ESL. Это второй отборочный этап на Рияд. После него мажор на Бали, после этого турнира в Тае от Dream League. После чего третий сезон. Не понимаю, какой нахуй третий сезон. Это же и есть третий сезон. Получается. Бля, а что после этого? Я забыл, там что-то еще было, потому что... Что там еще было? А, наверное, финал в Рияде. Опа, морф вылез, ничего себе. А его там, может, бафнули как-то? В патче-то. Потому что морф какой-то мертвый был на мажоре, но, возможно, из-за того, что он какой-то мертвый был, ему что-то там апнули, бафнули, поменяли. Я, честно сказать, не знаю, но сейчас вот игра начнется, я и посмотрю. Мирал ни хера ему не делает. Против Эмбера стоит линию, он очень хорошо. Все, можно и пофаниться, если что. Черед сил тьмы выбирать. Баунти Хантер. Четверка, да? Ну, видимо. Да, тут надо название поменять, категорию сменить. Да, ребят, Fall Guys, короче, гусь осталось немножко отменяется пока, не знаю. Чем-нибудь другим будем в перерывах заниматься. Осталось, правда, не знаю чем, секунд. Но что-нибудь поищем. Что-нибудь придумаем, возможно. Подождем пару недель. Пару недель дадим настояться Fall Guys с этими раундами и так далее. Пора выбирать героя. Братрум, кстати, очень серьезно апнули. Хм. Братрум. Так, Тайдхантер. Ага. Тамар The Fucker высрал себе героя, в принципе. Ничего нового. Высрал Тайдхантера. Благо, хотя бы не разор. Уже спасибо и на том. А где Егорыч, не знаю. Да. Хорошо, хоть не обисал Андерлорд. Почему нельзя забанить 3 героя дурача и 2 героя Квина? Что, бана только 2 в начале, вроде? Как будто бы 5 банов туда не влезет. Я... Попробуй рафт топ игруха. Чем-то похоже на Майнкрафт плюс Донт Старф плюс есть типа линейный сюжет. Думаю, тебе зайдет и стоит недорого с Мией Фачи. Что это конец. К сожалению. Что-то примерно как в гусе. 89 ранг Силери, дурачье без ранга, Эйс без ранга, Тофу без ранга, Квин... 4 игрок в мире! Амар The Fucker, 58 ранг. Каори 109 ранг, Нуб 171 ранг, 52000 без ранга и Омар без ранга. Опа! Поехали! ФБшечка, но Омар разменял дурачье, нормально. Дурачье успел ФБ забрать, конечно, это приятно для него максимально. Че у нас здесь происходит по сумме? Стоп, стоп! Да смотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Они покупают всех легионеров отовсюду. А в футболе, например, в Европе. Ну, как-то исторически получилось. И в Доте так сейчас исторически получилось, что именно в Европе вот самые богатые, престижные клубы, в которых все хотят играть, которые могут позволить себе купить легионеров там. Ну, тут такая система, кажется, как в футболе, хоккее или там в баскетболе.
тут больше именно престиж и желание с кем-то поиграть играет роль, но вот так вот получилось, что эти люди в Европе, тот же Пупей или тот же Куроки, хоть с ними уже и поменьше хотят играть, как когда-то, но все равно. Появились новые сейчас ребята, типа Селери какого-то, например, и других. Да, 2000 уже ведут гладиаторы. Ёбка пошла, так сказать. Ау! Каори страдает. Сломали лицо ему, к сожалению. Ярик, я как узнал, что ты сегодня будешь Даньку смотреть, сразу... Мэм-мэм-мэм-мэм. До Квинна доебались, то, мне кажется, они его никак не убивают, он слишком жирный. Что они пытаются? У него 1100 хп, стики, фейзы, седьмой уровень, это еще и Эмбер, не забываем, у него возможность что-то задоджить фистами, там, ремнант, там, щит есть, ну, короче, вышка рядом, капли. Что они вообще пытаются с ним сделать, я не знаю, но скоро сами все умрут, потому что он их фистами разминает и разминает потихоньку, и вот там всякие сайленсеры с двумя ветками и рейндропом. Скоро доиграются. Вот, кстати говоря, как раз это сейчас и происходит. Квин добьет Каори, и по-хорошему он может еще кого-то случайно тут добить. Ну, но у него нет чинов, чтобы подвязать просто Амара. Ёб твою мать, там еще 19 стиков у Амара. Да, тоже выглядит пока, как будто бы борьбы здесь не будет. Ладно, что там Амар зе Факер? Так-то Амар зе Факер, он тоже из какого-то из прошлого. Из прошлого вылез Амар зе Факер. Реально, два бруска выстрел, да. Тайди, кто-то вообще так сейчас делает? Он как будто бы и даже не из прошлого патча, а из позапрошлого пришел. Чисто. Так, блядь, что два бруска заряжу? Как там? Три, два бруска и рейсбенд. Капля спасает, сука. Погоди, гниет. Живет. Щиточек спасает. Бам. В этой игре бы, на самом деле, как и в любой, не помешал бы Кримсон против ТБ. Но Тайд — это такой герой, который Кримсон, ему запрещено законом покупать. Он как бы такой, Кримсон не покупаю, ведь я Тайд. Слушай, тут еще и Марфу дали. Дума, ноль сейва. Что там осталось? Юго-Восточная Азия? Ну, Юго-Восточная Азия — это что-то типа Южной Америки. То есть там не очень богатые клубы, и туда тоже ехать никто особо не горит желанием. Короче, так получилось, что в Европе бабки в Доте, в Европе самые какие-то перспективные клубы, самые какие-то перспективные составы из-за этого формируются. Куча людей, с которыми кто-то хотел бы поиграть. Здесь всякие Куроки, Натейл, ну, когда он играл. А здесь Пупей. Здесь, ну, сейчас новые звезды появляются, да, там, разнообразные, типа Селери и так далее. Амар зе Факер угрожает всем Равагой. Но Равага не вылезла из него. Хотят Селери взять. Бывают Селери, но пока я рассказывал, почему все регионы, кроме Европы, просели, уже как раз-таки гладиаторы... ебут на 7000 голды. Но при этом Dota Plus говорит, что все не так-то плохо. 63 на 37. То есть это вообще для Dota Plus не выглядит как разнос. Ну окей. Не, ну в целом. То есть у Дума много. Ну это Дум с Экторином и Мидасом. И саппорты типа богатенькие. Ну они супер разницу пока все-таки не сделают. Из-за того, что там у БХ 3500, а у Котла 2000, супер разницы все-таки не будет. Квин вот могут сейчас убить, а если убьют, а если получится как-то его... Ай-яй-яй-яй-яй, Квин, гаденыш. Умирает! Нет, Мека! Кто пиздел, что супер разницы не сделает? О, если бы не Мека, он бы умер. На Steam Deck можно, поехали. Но поздно выпустили эту всю историю. Надо было раньше, надо было с самого начала начинать. 11 тысяч уже ведут гладиаторы, но при этом Dota Plus, на удивление, не говорит, что все плохо. Типа все норм. Знаете, она сейчас начинает походить на тот мем с собакой, который сидит в горячем доме. И это сейчас Dota Plus такая про эту игру, мол. Типа, все в порядке, ребят, все в порядке. Там уже 11 тысяч, все в порядке, все в порядке. Скоро все будет. Блядь, они опять проебали все скиллы, пытаются убить Квина. Но не получается. Ай! Блин, в гузны залетело.
Ай, пентаграмм. Ну все, вот после этой драки Dota Plus изменит свои показания, я вас уверяю. Вот это была уже ключевая. Больше игнорировать... Да, как же Амару Зефакеру похуй вообще на игру, да? Его вообще нет в ней. Нет, окей, два фрага, которые сделали они, это оба фрага Амару Зефакер типа сделал. Ну, это вместе его делали, их делали, в смысле, там, с кем-то. Но... Его все равно как бы нет. Вот он 19 минут фактически долбит крипов. Брасер. Ну, брасер мог оказаться в инвентаре. В целом, в среднем. Но не всегда. У Сереги Смайла оказывался, кстати. Исчезните. Ай, ай, ой! Блять! Дум! Ой! Блин, вот они все это время играли вот ради вот этого завершения этой игры, да? То есть, чтобы просто... Чел в инвизе в Сильвере подбежал, Дум на него дал телепорт, они убили Марфа, и на этом закончилась игра, правильно я понял? Так это работает сейчас примерно в Доте все. Здорово, ебать. Забери, Варлок. Не, ну, по плейстайлу, да, ему на кэрри надо играть. Но просто, чтобы играть на кэрри нормально, надо тренироваться. Амар в один момент, он подумал, что он реально факер. Супер сильно в себя поверил. Стал таким ЧСВ-челом, ну, после выигранного мажора в особенности. Чё-то там на всех пиздел. Пример как Квин. Но Квин хотя бы два мажора выиграл. А это только один? Ну, короче, в любом случае, у него, возможно, самомнение такое нереальное какое-то. Потому что он когда на кэрри пытался играть, что мы там видели? Разор Хускар. Спасибо за охуенный кэрри, брат. А где? А нормальные будут? Какие-нибудь герои? Если не хочешь Варлока, то бери Энигму. Поехали. Воу, да, 2000! У него Егис? Еби их! Амар, байбек нажми, блядь, сейчас же выебут. Амар, жми бай! Амар! Амар, помоги! Ладно, нормально, а почему Дума не облак? Дум на КД. А, Мара через Дум-то и убили. Нормально. Глиф, нормально. Башвар будет сегодня, блядь? О, скоро. Амар, Амар летит! Сейчас будет врыв! Но! Опа! Поехали отсюда. Не. Ты шо охуе, пёс сутулый? Я номер один carry of the world, Амар the fucker. Себе дёрни, дед. Да сам себе дёрни, блядь, бездарь. Ой, там ебаного какой-то, там пентаграмму дают. Что? Нуба! Дина его! Хуярь своих, чтоб чужие боялись. Ай! Так, пытаются, пытаются БХ взять. Ну-ка, иди сюда, ска. Иди сюда. Иди сюда, это БХ-цев. Ха-ха, попался. О, два интеллекта. С почином. Маля, тут ебут. Послушал спич про Вальф. Заменим Вальф на НС. Доту на донаты. А Steam заменим на контракт с Бетбум на рекламу. Все становится ясно. Почему я Ярику так понадонаты? Лол. Слушай, всегда было похуй на донаты, если что. Это такая философия у меня. А, Ленинградский вокзал. Я там был один раз или два. Все, они идут заканчивать, ребят. Все, есть рефрешер. Сейчас будет ёбка! Смотри! Намара. Покажи жопку на камеру, сердечко. Не, уже все было. Итак.
Итак. Итак. Дум! Бля, ебот. Сайленс, погодите. Так. Пережили. Пережили. Глиф. Нормально, блядь, катится. Мяу. И вот сейчас. Получается, у вокзала сидят стример. Бля, бать там Квинн разъебал в бэклайне. Какой вытрах произошел. Бля, он реально, блядь, канулся в дум. Но хоть успел выстрелить по итогу. Хоть и поздновато, конечно, немного. Не, в принципе, получилось идеально, если так подумать. Потому что он впитал весь дэмэдж и потом еще дал равагу. Но они, кажется, сосут уже слишком много, чтобы кого-то пробить. Очень, конечно, такая игра. Со слишком хорошей форме находятся гладиаторы. Думский Амар теперь взял себе, ребят, всю имбу. Сейчас говорит, съем всех крипов на карте. Но посмотрим он, как вообще себя отдупляет Амар-то. Будет ли он покупать два брасера, либо, может быть, Октарин, либо чё? Мидас, Октарин, либо, может быть, БКБ. Зависит, конечно, от каких-то планов на житуху в этой игре. Ну, по планам на житуху в этой игре у него Кримсон должен появиться, возможно, с пайпом. И тогда, возможно, что-то получится. Опять они этого морфа высрали, но... Не, в прошлой игре морф нихера не сделал, но в прошлой игре, честно сказать, они просто сосали. И им было тяжело что-то сделать. Сейчас, погоди, что-то не то, а вот то. Ну, приготовился, предположим. Он в доту как бы играет пиздато, а пиздит он на всех в доте именно. Да? Жизни вроде не учат людей. Так, минус один. И это нуб. Минус второй, это Амар. Но когда, правда, Квинн тоже погибает. Может быть, еще Силери погибнет, на него бочку прицепили. Но вроде он выживает. Тут еще замес какой-то у Каори против Тофу. Бабка, кстати, доелась. Амар ее доел. В итоге 2 в 2 размен. Да? Ну, так вот. Это все ржут, пизда. Слушайте, ну, начало для квест уже неплохое. На прошлой карте как-то уже начало даже было всрато максимально. А тут вроде норм пока. Ну ладно, совсем начало, конечно. Минуте на 10-й будем смотреть, какие-то выводы делать. Промежуточные. Так, давай я Abyssal Underlord изучим. Что такое? Firestorm не фиксили. Pit of Malice не фиксили. Пассивку пофиксили. Не сильно. Портал. А, монокост поднял. Глядя на битбум, их регресс вместо прогресса, у тебя нет ощущения, что они так могут и на мажор не поехать. Могут. Условные виртуспры могут собраться и пролезть в топ-3. Ну, темная лошадка, на мой взгляд, это не виртуспро, а ванмув. Блять! Амар обосрался. Омар, прям, это линия двух ракообразных, пиздец. Омар и Амар, реально. Они на один лайн ходят теперь. Курьер сел тьмы. И обсираются вдвоем. Наконец-то. Ничего не понял. Так, что такое происходит здесь? Амара трахают? Ну, трахнули. Но, правда, убили Андерлорда. Каори теперь преследование ведут. У Тофу куда-то конкассив полетел. Не в ту сторону, Каори сквозь портал не пойдет. Он, типа, пытается спрятаться. Но тут вард стоит. Увидят. Увидели. Ой. Ай. Слушайте, а можно еще заобузить полет и ТП? Или это пофиксили? Я просто не морф. Ой, не морф, в смысле, не феникс. Не в курсе. Если можно, то мог и попробовать. О, Мара зе факера факнули. Но, правда, он перед этим успел сам факнуть дурачье. Между прочим, через Дум, да. Амару можно отреспектовать. Он прокачал Дум, между прочим, неожиданно. Да, он тут уворачивался... От бабки. Надо было, может быть, ТП ему делать сразу, тогда, возможно, улетел бы, кстати. Да ладно. На нету суда нет, он, главное, успел дурачо убить, поэтому вообще у дурачо проблемы по нетворсу. А вот у морфа проблем никаких нет, здесь у ТА все шикарно. Качается он. Что? В этой игре нормально. Что тут ТА плюс говорит? 59 на 41.
вторые остались. Прошли квалификацию, все-таки вылетели из второго дивизиона после этого. Ну, то есть, как бы, тут надо не терять эту сноровку, надо очень много играть, тренироваться и все такое. А если ты уже один раз брал вот такой перерыв на актив, это значит, что что-то с мотивацией у тебя все-таки не то, да, нет этого желания прошлого бесконечно играть, трениться и так далее. А это значит, что вряд ли все будет получаться так же пиздато, как когда-то. Ну, посмотрим, кто знает. Блин, перекачивается туда морф под салицем, ебать, опасно было. Но живой. Опять дурачок, кстати, сдох где-то там. Его опять дум через дум, походу, факнул. Если я правильно понял ситуацию. Да, просто подкрался. Нэп. Бам. Базовый снизили. Да, я видел, что ему базовый снизили, но все равно. Как бы... У него по сумме прям дохерища дамеджа будет, по ощущениям. Сегодня 10 уровень, у него и шмоток-то нет толком ни хера, у него уже 160 урона. Так-то. А, что? Он к владыке вот, бля. Так он просто зашел в портал и съебывает еще от них. Что? Ну он вроде не умирает. Не, не умирает, живет. Вот это прикол. Что я в Голосеева с этой погоне. А Марзефакер купил Октарин, 4-я земля, Деваур на месте, Мидас на месте, качается. А Марзефакер сейчас им покажет, как качаться надо на доме. Он еще их всех перекачает. А там дурачок опять погиб. Правда, Морф тоже умер. О, Квин здесь доживал. Амар тут сражается, один против всех, кто подходит. Амар! То есть Омар сражается, но еще и Амар рядом. Омар выживает вроде. Амар просто ходит, ничего не понимает. Он как по ГГ на Энигме танцует. Силериан на минус сел. Погиб, а здесь Амар гоняется. И молнией тофу дожег. О! Мне о! Вот это прикол. Team Liquid взяли World First в новом рейде. Ой, поздравляю их. Поздравляю Ликвидов, кстати, с World First в новом рейде. Потому что задолбали эти эхо выигрывать каждый раз. Ликвиды там в тильте все уже были. Наконец-то победа. Быстро что-то, да? А, так за одну неделю вообще. Хе! Рейд говна. Рейд пива, как говорится. Вов, да, ребят, но вообще World First в мире, вот за World First гонкой следят довольно много людей. Это популярный контент, если что. Есть такое. Так, пошла ёбка какая. Дурачок против наива. Встретились. Два одиночества, но... Там уже владыка портал высрал. Там Арзефакер зашел, он, кстати, не понял, куда он зашел. Там сзади какой-то народ подтягивается. Дурачье! Меку даю! Как же их ебут! Но правда дурачье все равно получит пизды. Ну и Амар здесь пытается дать ТП от 4 героев, неужели получится? Ну ладно. Прикол. Просто на КД все станы. Ну ладно, они хотя бы смогли убить ТБ. Так было бы совсем плохо. Минус 1000. Байтерфит. Заблёк пошел. Ой. Ай. Ой. Ай. Ой. О-о-о. Нормально получилось, кстати. Пытаются яйцо прогреть, не получается. Силерия. Забыл нажать Лил Шреддер, когда пытался убить яйцо. Че, бездар, что ли? А Марзефакер такой, так. Слушай, ну как-то они выигрывают. И этот мистер Наив-то все фармит и фармит. У него уже он сколько денег. Да я хер его знает, это хер манта, ну ладно. Просто манта. Она как бы полезный предмет. В сумме. Но обычно манту берут для тем героям, у которых иллюзии как-то скелятся от скиллов.
А у вот теперь-то нет. Поэтому на нем манта как будто бы такой себе. Вот так вот! На! Жестко! Минос! Квин что-то там мутит, крутит. Мутит, крутит, пока не понятно, что там, между прочим, за петушком гоняются. Амар Йобер! Ой! Ебут Амара Йобера! Ну и кто теперь Йобер, так сказать, после этого? Между прочим, Эйса трахнули, пока суть до дела. Там Омар еще гонится. О, он не в тот двор зашел! Пиздец. Нет, в тот зашел! Или не в тот? Ай, от метки умер. Блять, Сирерис спрятался. Пипец, ты что это? В Глимере! Он уязвим? Что? Реально съебал от них, смотри, просто. Они чувствуют, кстати, его, они на запах ищут. Но у него ТП-шка есть. Но он не хочет... Он хочет еще спиздить, у них Аегис! Смотри! Ща будет. Ща будет, смотри! Оп! Ой! Ой! Нормаль! В смысле? Засали его! О! Ну все. Да, Змерда Егис, Квин! Прыгнул! В ротацию сейчас получит! Или... Нормально? Ты же задрот какой, сука! Не умер же. Плотничок такой, боровичок. Но, тем не менее. А Егис он не забрал. На яйцо развел лоха. Ой! Слушай, 15-й левел. Шмотки, ну как бы есть шмотки, да. Но не сказать, что там какие-то прям невероятные демагерские шмотки у него, да? На воиде. Но при этом у него 250 уже там урона, ну больше даже. Вот так вот! Вот так вот! Вот так вот! И это был момент, на котором они проебали эту игру. А они это, между прочим... Гладиаторы. Слушай, Варстомп с Октарином имеет КД 9 секунд. Ну вот как раз он в форме, поэтому они решили пойти вот так вот в агрессию. Ну, ребят, бля. Не знаю, доиграться можно за такие действия. Не озвучиваются только лоховские донаты. Это база. Настоящий классик, дурачка. Идет давать Сундера! Клигала дал! Ставится яйцо, дурачок пытается сломать, все пытаются сломать яйцо, но их ебут! Их ебут, это наив, он входит, дурачок, еле жив, падает сюда, Амар, Феникс байбекается, ебалово дикое. Домой поехал, просто напоминание. Слушай, так не я пикал, блядь, это с Жотом. Как можно забыть? Жотом капитан был. Получается, он пикнул Каридазл. А я домой не поехал, я пошел в аналитику. Дедалусу, нуба. Скорость атаки поражает воображение, но есть Дейдалус. Сабля имеется, чтобы двойную тычку давать время от времени. Оба, поехали! Жестко! А вот и яйцо. Не поставилось яйцо. Нормально себя чувствует. Да, ему насрать. Правда, он уже такой весь перекачанный. Квин, ты куда? Ты куда, Квин? На нахуй. Все, ебал, сломали его. А так вот... Квест — это темная лошадка Западной Европы. Не удивлюсь, если они вот на мажор проберутся по итогу. В прошлом сезоне они почти это сделали. Да ебучий нуб, ладно, нормально, он всех развел, съел сыр, яйцо. Не будет яйца. Ну правильно, яйцо там ставить — это опасно, там еще бабка. Вот тут яйцо нормально поставить, такое защитное яйцо. Попытаться захилить Амара не получается, зато ловят Квин. Еще раз, у него нет байбека. Так вот, морф погибает, но у него Егис, поэтому... Он появится, сейчас у него там еще БКБ будет. Да, он просто вкатывается вперед, Тофу начинает бить, убивают дурачо. Тофу тоже убивают, всех убивают, и это ГГ. Ну кто бы сделал? Угу. Тот-то и оно, ебать. Класс. Душа.
Ну, душа душой, а дропы из доты по расписанию. Что это такое, блядь? Ёпта. Не, ну пофиг на эти дропы, лишь бы не в момент, когда уже игра закончилась в лайве. Тогда это будет неприятно. Так, в принципе, пофигу. Так вот, значит. Да, все, Мар получил 6-й, дурачок отсюда полномерно валит с ТП. Стоять ему на этой линии смысла, я думаю, особого нет. Слишком геморрой. Надо будет постоянно бояться, что тебя загангают. Что-то этот Тимбер душный, он и в сол тебя убить может. Проще в лес пойти. Дурачок так, скорее всего, и сделает. Ну, а вышка здесь падет со временем. Сирель каких-то крипов вводит. Не понятно, где он их взял вообще. Гуляют за ним. Гуляют и гуляют, что бухтеть-то. Нуб в этот раз, ребят, линию не проиграл, по крайней мере. Квину уже успех. Возможно, и играть полегче будет, в принципе, квестам по этому поводу. А то прошлые две приходилось играть так, что квинта был огромный какой-то, а у них мидер бичара. В этот раз у них мидер вроде как не бичара. Я бы Сайленс в своем месте прокачал бы сейчас, раз уж он вот такой билд сделал. Сайленс не помешает. И тот, хороший. Старый аганим позволял тебе крепко ебать. А новый аганим крепко жить. Минус 2 здесь. Банша ультимейт нажимает, но это ультимейт, так сказать, в помоечку. Потому что драки-то уже нет. А как они так вдвоем быстро сдохли? Ну, вот так вот и сдохли. Ой, ай, ой, ай, ой, ай, ой, 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 ай, ой. Да, никого не успел подцепить, ну, по тосикам все убежали. Да, это еще Тимбер без аганима, кстати. Его уже пробить толком не мог. Эйса поймали, пытаются взять загузну его. Берут загузну, убивают его за Квином. Погоня может быть. Квин, ему нечем спастись. Пара секунд, успеет или не успеет. Ай-ай-ай, успевают ее, двойной ущерб. Взяли, больно. Амар воровство сделал и трахнул. Свен, он входит и ебет. Амар пытался хукнуть дерево и хукается. Сука, маны нет, но Тимбер Чейн бездарь. Ой, Амар опозорен был, дурачье, его трахнул лично. БКБ фармит себе дурачье. Понимаешь, что там и так контроля нет, а сквозь БКБ вообще нет. Нуб такой ведь дурачье, дурачок такой ведь нуба. И это дурачье сейчас может погибнуть здесь. Пытается Амару убить! Умирает. У него ТП есть он. Просто жмет ТП и улетит от него. О! Видели этот Сайленс? Атос! От Атоса не улететь! Видели Сайленс этот? Наив, гений! Он сбил просто в полете этого Тикиса. Да, от Атоса-то не улететь с ТП. Получается, дурачок опозорился. Классика. Опа. Центральная башня сил тьмы атакована. С броней шансов у него как-то выжить поболее. Я куда-то покатился, Квина, там форстапчик. А у Рубика есть телекинез. Рубик, правда, сам подставляется. Какой-то глобал, что пошел Свен. Свен без ультимейта, однако дэмэджа хватает. Амар зе факер. Амар зе факер! Он сдох нахуй. Все, пишите ГГ бездаря. Вот, получается, поймали свой момент гладиаторы и трахнули этих квестов. Все, даже без ультимейта на Свене. Куда-то сюда, и они увидели, как квест на них нападает, но при этом Сирель умудряется подставить. Однако все, он прыгает, и Баншу за 2 удара убил! Убил за 2 удара Баншу! Стан дается, но он не работает. О, ай! Больно в ноге, блядь. И что теперь делать? Оу! Оу-хо-хоу! Нарали на дровку. Не ори на дровку. Стоп! Амар! Амар! Как же его факнули? Ну вот. В смысле? Да уже что было, то прошло. Обещанного 3 года ждут, потом прощают. Слышал такое? Мышка. Она принесла много пользы. Это главное. Ай, ой! К
как же ебет этот дурачок, он еще из ДД. Я 1000 дэмэджа, блядь! 1000 дэмэджа у героя! На! Крит! На! Ну где крит-то? На! Как же ебет этот дурачок! Ее, блядь! Жестко, жестко. Дурачок разъебал лалок. Ну, квест нормально держались. Даже одну карту забрали. Да.